Всем, кто поддерживает войну России в Украине, прошу покинуть мой канал. А теперь здравствуйте. Сегодня я хочу приготовить песочный пирог под названием «Королевская ватрушка». Нижний и верхний слой из песочного теста, а между ними очень вкусная творожная прослойка с изюмом. Просеянную муку пересыпаю в глубокую миску. Добавляем сахар, полпачки ванилина и разрыхлитель для теста. Эта пачка небольшая, рассчитана на 0,5 килограмма муки. Немного соли. Перемешиваем все сухие ингредиенты. Масло сливочное нарезаем на кусочки. Перекладываем масло в муку. Вначале порубим масло с мукой ножом, а потом будем перемешивать все руками. Перемешиваем руками все в крошку. Мешаем до состояния мелкой крошки. Тесто отставляем в сторону и займемся приготовлением начинки. Отделяем белки от желтков. Хорошо отжатый творог перекладываем в желтки. Добавляем сахар, ванилин, перемешиваем все при помощи блендера. Добавляем изюм. Изюм я предварительно помыла и обсушила. Замачивать я его не стала. Перемешиваем хорошо. В белки добавляем немного соли. Взбиваем белки. Белки взбились в устойчивые пики. Перекладываем их частями в творог и аккуратно перемешиваем.
Делаем все аккуратными движениями, чтобы белки не опали. Форму немного смазываем растительным маслом. Две трети теста выкладываем на дно формы. Разравниваем аккуратно, равномерно. По краям делаем как бы небольшие бортики. Выливаем творожную массу. Все равномерно распределяем по тесту. Сверху теста посыпаем оставшимся тестом крошкой. Ставим форму в хорошо разогретую духовку до 180 градусов. Пирог у нас выпекался в духовке при температуре 180 градусов 40 минут. Проверяем его на готовность, прокалывая палочкой. Если палочка сухая, значит пирог готов. Пирог остыл. Теперь давайте его разрежем и посмотрим, что получилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Приятного всем аппетита! Слава Украине! Героям слава!